Доброе время суток, это видеообзор на телевизор Витязь в таком вот состоянии, без ножек, без пульта, комплект вот только телевизор получается, и все. Тут есть кронштейн такой вот, ну и все, в принципе. Без осветов, без битых пикселей. Сейчас. Есть вот такие вот царапинки. Вот. Такие царапинки присутствуют. И все. Но функционал не влияет. Никакой брать. Техно не надо.